Всем привет! Так, внешний вид пиццерии. Так, ясно. Так, культура М5. Вот при разных вот в фокусировочках видно. Так, королевская вешенка долго приживала, сейчас мы ее отсеем, посмотрим, что она будет скажет на пробирках и чашках. Ну, немножко другой состав самой среды. Ну, классно. Как видно, сами клеточки. Вот. И последнее. Так, это не спирт. Это культура той же самой вешенки М5. Та, что мы взбалтывали на каком-то из видео. Мы решили ее взболтать. То есть мы Николай II. Ну, мы, в смысле, я с вами. Вот, после взбалтывания что произошло? Какая-то часть упала на дно, показывает там какой-то рыхлый хлопьеобразный рост, немножко отличительный от вот такого роста. Как мы видим, что есть отличие здесь. Так, ну, вот так вот посмотрим как-то. Попробуем фокус. Ну, что-то видно. Так, значит, этот рост немножко отличается. Какой-то он такой рваный. Вот, и после взбалтывания те клетки, которые вцепили пузырьки с воздухом, оказались вот сверху. И вот та вата, которая находится вот сверху этой бутылочки, ну, понятно, что не остается никаких сомнений, что это какой-то положительный, грамотный рост какого-то мицелия, скорее всего. Понятно, что это не пенициллин, не триходерма, а что-то действительно значимое. Растет она вот таким вот образом. То есть вата сверху. Вот появился у нас свет. Это радует, но благодаря отсутствию света нам удалось снять вот такое видео о мицелии. Что-то зашумел там монитор или что. Так, вот еще вот эту ватку, ну плохо. Вот. Значит, сверху такой вот мицелий, снизу вот так он выглядит. Но это однозначно говорит о том, ну вот такой мицелий как сверху, видели все неоднократно на чашках. Ну, немножко он отличается, кстати, от чашках, потому что он такой, ну, очень, очень и очень такой какой-то рвущий и подающий надежды. То есть мощно растет, мощные такие вот это вата просто такая, не плоский растущий. Вот для сравнения, где у нас чашка? Вот, кстати, это не то, новая среда. Сейчас, секундочку. А вот. Вот она, это чудо. Чудо микологической практики. Вот она. Ну, это бомба тут вообще просто. Здесь, упс, солнышко видим. Вот это радиальный. Вот как классно видно даже такую фактуру, как она растет. И радиально видим рост мицелия. Здесь получился именно тот случай, когда, понимаете, видите, где центр, четко его видно. Вот от этого центра туда попала клетка. Это штамм М5, да. Нет, это штамм П80, серия 3. Вот одна клеточка попала то место, которое в центре вот этого круга, и радиально во все стороны вырос мицелий. То есть задатки этого мицелия очень потенциально хорошие и мощные.
Пустим его в дальнейшем разработку. Но, как видим, прекрасный просто вот такой вот результат, как выглядит. Вот такие вот, вот здесь вот оптимальную фактуру видно. Так он вот на баночке, так он зарос. Тень немножко такая получается. Сейчас, секунду, я выключу это жужжание в кадре. Здесь тихо, и потом будет влиять нам на качество. Наверное, всем легче стало от этого. А вот. Ну, просто фантастически. Фантастически это все растет. Вот этот мицелий. Такая вот красота. Штамма P80. Так он выглядит и с другой стороны. Понаблюдаем. Ну и видим, понимаем, что происходит. То есть вот жидкая среда, если ее взболтать, те клетки, которые бросила пузырьками воздуха вверх, то вот масяня у нас пошла в кадре, которая бросила пузырьками вверх, то делает вот такой вот пушок. Ну и вот там клеточки. Сейчас решил я это все дело снять, потому что вот этот экземпляр сейчас придется пускать в разработку. Ну, такой наглядный пример, чтобы увидеть, как это выглядело, что в дальнейшем из этого все получится. Сейчас будем делать зеркала вот из этого, из этой бутылки. То есть делаем на чашках, на пробирках. Посмотрим, что оно скажет на агаровых средах. Вот, то есть приблизительный вот объем работы. В прошлом году где-то в это время я снимал видеоролик, там был такой, если я найду, я его добавлю, ссылочку туда посмотреть. Значит, там был ролик такой, материалы для работы в весеннем периоде или на весенний квартал, что-то такое. Ну так вот, это материалы для работы на этот весенний квартал. И самое поразительное, что это только то, что стоит здесь. А внизу там есть еще контейнеры размером с ведро. Несколько штук. Там стоит то же самое. Ну и в принципе на данный момент пока на этом все. Значит, видео было о чем? Видео было вот об этом экземпляре. Мицелия в этом флакончике. До новых встреч на нашем канале. И не забудьте поставить лайк. За каждый лайк вам добавляется плюс 10 карме. Если вы лайки не ставите, то, естественно, у вас отрицательно тогда будет карма.